Я жду холодов. И вот когда начнется газовый кризис, и слава богу, у нас есть этот рычажок, то опять-таки время такое, что диктует бизнес. Политика политикой, но есть еще и бизнес, экономики стран. И вот тогда должны многие на нашу сторону перейти и поддерживать внешнюю политику России. И я думаю, что здравые политики в Европе, конечно же, понимают, что вот эта гегемония Америки, ну, она уже, ребята, слишком уже через край. И они хотят просто обрушить экономику Европы с тем, что сейчас происходит, опять-таки, на Украине. Уже многие политики, бизнесмены Европы говорят, нет, не надо санкций России, мы хотим сотрудничать, у нас годовые обороты сумасшедшие, это экономики наших стран. Что же вы делаете? Так вот здесь кто захочет прогибаться дальше перед Вашингтоном из европейских политиков, кто в душе марионетка, те, да, те будут такую двойственную политику вести. А те, кто посмелее, если мы еще им что-то пообещаем, чтобы застимулировать их смелость, они будут на нашей стороне. Но эти холода уже покажут ярко, на мой взгляд, насколько шатко будет будущее в целом Евросоюза.